Еще раз всем привет. Привет. Я, наверное, даже уже больше устал вот этого большого человека, остальных от России. Володька тут просто взял, все болты переломал. Привез меня, переломал он. Странно. Но, ребят, силу надо уважать. Поэтому последний болт я отрезал с двух сторон, так как он был немножко надогнут на калибраторе. Убрали 5 сантиметров. По 2,5 сантиметра с каждой стороны. Болт все тот же. Сан 8,8. Снимать не будем. Пацы я перемотал Володе. И это значит у нас теперь 155. Минус 5, 155, 205. Он в подлиннике был. Ну что, рискнем, попробуем. 10 градусов на нем сейчас. 10 градусов. Попробуем сломать болт. Андерхенд, одна защита, пацы. Погнали, Володя. Вот пошел. Давай, 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 давай. Но его не останавливает этот болт, походу. Походу его болт не останавливает. На сколько отрезать ему тогда? 155 миллиметров. Погнали. Ломаем. Вот так вот, ребята. 155. Болта 8,8. Крепость 8,8. Ну, прочность, коэффициент прочности называется. Поехали. Давай, 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 давай. Сейчас будет сложно перейти. Аккуратно, а то челюсть все сломаешь. Вот так вот. Немножко поддобработал я края. Надо немножко перейти, конечно. Здесь уже тяжко. Пока угол, ну-ка посмотрим. Так. Ну, надо еще попытаться еще андером, еще ломануть чуть-чуть его за. Потому что сейчас градусов 85-80 где-то. Тебе надо его надломить. Может, надо это... Повыше пацу поднять. Подними. Потому что у тебя рычаг был. Да, 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 давай, давай, давай. Выкручивай, выкручивай. Не снимай, а выкручивай. Да. Ну это, не знаю. Предположить теперь можно, что на свежака тут и можно на 150 и меньше замахиваться. Вот, ребят, пожалуйста. Постоянные тренировки с Александром Анатольевичем Кириллом приводят вот к таким результатам. Давай, надгинаем. За прямой. Пошел, 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 пошел. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай. Пробуй, пробуй, пробуй. На краешек нажать. И будем ломать его. Пошел, 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 пошел. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Вложился бы руки. Не передави. Отдохни. Положи, отдохни. Сейчас. Поймай центр. Положи. Отдыхай чуть-чуть. Отдыхай. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас. Значит, смотри, секундочку. Смотрите, я делаю паузу. Тут будем это видео писать уже двумя частями. Надо отдохнуть. Значит, 155. Вот где-то градусов 85. Вот так я все оставлю. И начнем уже дальше после отдыха. Мы продолжаем. Вот все на месте. Два кусочка колбаски на столе лежали. По 2,5 сантиметра. 155 проточек. Володя сейчас подвыкрутит пацы. Магнезия. Тут буквально прошло, ну я скажу, думаю, минут 10. Даже и 10 не прошло. Потому что не умеет он отдыхать. Он загоняет себя. Но так не делайте, ребят. То есть такое многостаночное сгибание, кратковременное, это все очень чревато. Он все-таки довыкручивался, что все сломал. Надо сейчас просто перевести его за прямой угол.
И вот, ну как бы просто сказать тяжело сделать. Контролируй, чтобы не слетело ничего. Все, чуть-чуть дал, все. Приподнял и все пошло. Все. Нормально, теперь можно нормально вложиться. Вот так вот. 155. Болт 8,8. Заметьте, никаких упоров в колени, в ноги, локтями нет. Все это делается на весу. Андерхендом ломал, дожимает овером. Ну, тут, в общем-то, просто дожимает. Сейчас крашен. И берегите, конечно, руки. Хватит. И челюсть. Там, да, челюсть берегите, потому что, вот видите, он надбил себе всю уже челюсть. Но она у него мощная. Вот так вот, ребята, на 155. Хотите верьте, хотите нет. И также вошел в 5. Вот он этот болтик. С двумя отрезанными планками, потому что с 10 градусов стартовали. С 10. Вот этот сан. Сан 8,8. От Владимира. Для стального хвата России. Пока дышу, надеюсь. Всем здоровья. До встречи. Удачи. Пока. До свидания.